Здравствуй, мой дорогой друг, у тебя хуевое звание. Тиммейты обзывают тебя раковым рахитом, но ты хочешь апнуть глобала? Усади свой дыхательный орган на стул и слушай настоящего профессионала. Сегодня я расскажу, как не попасть на дно к Спанч Бобу, а стать элитой среди друзей школотеранов. Итак, начнем. Первое, что ты должен уметь, это кидать свои гранаты, ебашь их в сторону противника, и все будет заебок. Но не забудь, ты не должен помешать своим тиммейтам, иначе тебя обосрут с ног до головы. Бросай гранаты, как показано в этом видео, и ты будешь профессионалом среди своих друзей из 5 Б. Желательно, чтобы твои тиммейты тоже кидали гранаты. Для этого необходимо выстрелить пару раз в спину своему союзнику. От того, что ты умеешь делать раскидку, твои противники испугаются и начнут ливать. А если они все равно продолжают играть и не боятся твоих гранат, пристрели своего тиммейта и напиши в чат: «Ну все, сучки, я подрубил». Никогда не готов к раскидку заранее, тренируйся прямо в соревновательном режиме. Пусть все охуют и познают силу Никина Сковородкина. Второе, что должно быть у тебя, это сильное железо. Попроси у мамки на ремонт школы и купи новый процессор и видеокарту. Третье, немаловажное, это собери команду из местных профессионалов. Скрим. Кеннис. Гвардиан. Пашка Бицепс. Ну и не забудь про себя. Четвертое, пожалуй, не самое важное, это умение стрелять и во время выстрелить на противника. Если ты не можешь, шлюша, как это типа видео, то тебе придется скачивать вал. Чтобы твоя реакция все хуеса, теперь ты постиг инвент. Глобалов и можешь ебать мальчик с ролады. А если хочешь покатать мою письку, подпишись и поставь лайк, если не хочешь заразиться анальным спидом. Прощайся.